Всероссийскому турниру по спортивной акробатике на призы заслуженного мастера спорта Юрия Зикунова 40 лет. Отпраздновать юбилей вместе с амичами пожелало около 300 акробатов из 15 регионов Российской Федерации и Республики Казахстан. Программа спортивного мероприятия рассчитана на 3 дня. В нее вошли парные, групповые, балансовые упражнения. Спортсмены выполняли броски, двойное сальто и винтовые вращения. Особенно радует, что в этом году у спортсменов появилась более комфортная арена для выступлений. С учетом того, что у нас открылся великолепный комплекс, да, имеется в виду наш омский велотрек, и имеется возможность проводить его более качественно с использованием этого спортивного объекта. Я думаю, и желания спортсменов и организаторов вот совпали как бы как никогда, что сегодня будет очень интересное, красивое открытие. Яркими номерами порадовали чемпионы мира и Европы, воспитанники Омской школы акробатики Ерлан Ибраев, Игорь Тарапат, Анатолий Вольф, Никита Жестковский, а также двукратная чемпионка мира Марина Чернова. В этот праздничный день омской спортсменке вручили удостоверение звания мастера спорта России. Своими наградами и достоинствами омские акробаты обязаны заслуженному тренеру России Татьяне Степкиной. Она верит в каждого своего воспитанника и знает, как из обычного спортсмена воспитать звезду мирового масштаба. По совокупности всех качеств, конечно, это первое, это отношение вообще к тренировкам. Это желание работать, реализоваться. Это стремление к чему-то. Как правило, это же дети лидеры по своей натуре, с очень таким хорошим, насыщенным стержнем, который знает, что хотят от жизни. Ну, я такой человек, который, ну, есть немножко, да, в каждом тренере такое чувство суеверия. Мы не всегда не говорим, что можно, но есть такие дети, которые сейчас есть в команде сборной России, которые действительно подают надежды. И, как я всегда люблю выражаться, у нас растет достойная молодая смена. Танцевальные номера участников поражали динамичным исполнением и сложными трюковыми элементами. Конечно, на международной арене все-таки очень волнительно. Всему миру показываешься, ты должен выступить достойно. Ну а тут дома, конечно, тоже немаловажно. Надо преподать себя, чтобы другие люди увидели. Ну и, конечно, это дома надо доказать своему тренеру, что вот я смогла. Победителей определяли по трем дисциплинам – прыжкам на акробатической дорожке, групповым упражнениям на ковре и прыжкам на батуте. Омские спортсмены стали абсолютными победителями в женских и мужских группах, а также призерами в смешанных парах. Выдающийся спортсмен, обладатель Кубка мира Юрий Зикунов и по сей день является легендой российской акробатики. Поэтому его турнир – это незаменимый тренировочный старт для ведущих акробатов России и ближнего зарубежья.